Всем большой привет! Мы только вернулись из магазина, и вот хочу вам показать то, что мы там купили. Покупка на самом деле небольшая. Кое-что уже начали покупать на Рождество, но еще все равно будем какие-то продукты докупать, потому что не все было в магазине, то, что нам требуется. Вот, давайте начнем с воды. В общем, взяли две бутылки воды. Одна водичка у нас газированная. Другая вот обычная. Всегда берем вот этой фирмы воду. Нам нравится она. Потом взяли буханочку хлеба. Раньше мы его называли ситный. Сейчас, мне кажется, уже так его не называют. Написано просто хлеб пшеничный новый. Так он прям мягенький, воздушный, хороший хлебушек. Взяли. Это у нас закончился. Потом взяли вот такие вот печеньки, нам полюбились. Смотрю, появились в магазине. Мы как раз у продавщицы как-то приходили, спрашивали, их все не было, не было. Тут вот сейчас на кассе стояли, она говорит, ваши печенья появились, которые все спрашивали. В общем, взяла упаковку, здесь 8 штучек вкусненькие. Потом взяли мандарины. Не знаю, было написано Турция, кожура такая, знаете, вот легко отделяется. В общем, попробуем. Надеюсь, будут сладкие. Увидела вот такую вот творожную массу с сахаром. Сахаром и ароматом ванили. Вот что-то захотелось. Мне там еще была с изюмом, но я захотела обычную. Взяла так вечером с чайком. Иногда хочется чего-нибудь сладенького, вкусненького. Взяли баночку хренадера, тоже увидели, думаю, а чё нет, супчиком-то очень даже вкусно намазать на хлебушек, не знаю, но мне кажется, состав такой достаточно неплохой у нее. Вот, не знаю, будем пробовать. Не знаю, понравится, нет, надеюсь, будет вкусный. Потом взяли макарончики, упаковку вот такие взяли. Мне кажется, я такие даже никогда и не покупал. Как они называются? Вот эти какие-то завитушки или как они такие тоненькие, прям даже не знаю. В общем, взяла попробовать. На днях хочу приготовить подливку, думаю, с подливкой будут. Ничего не посмотрим, как они развариваются. Потом бантики взяла, мы любим. Майонез у нас закончился. Мистер Рико взяла. Спагетти. Дальше это вот уже на рождественский стол. Взяли две баночки икры на Новый год. Так как я готовила суши, икру мы решили не брать. Решили сделать бутербродики на Рождество. Потому что она бы осталась, ее никто не ел бы. Так, дальше селедку взяли. Это я буду готовить тоже салатик на Рождество. Пойдет, уберу в холодильник. Ну, это так вот, не знаю, на бутерброды или там, не знаю, на что. Карбонат тоже в холодильник уберем, пускай будет. Потом такая сырокопченая нарезочка, колбаска. И творожки. Один, значит, у нас персик, груша. А второй вишня, черешня. Ну вот, вот такая вот небольшая закупочка будет. Если будем еще что-то потом докупать, я вам буду все показывать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.